Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы поговорим о довольно редком растении, которое называется морошка. Расскажу вам, какими полезными свойствами обладает это растение, какие есть противопоказания к применению, где вообще растет морошка и так далее. А начнем давайте с описания, с небольшого описания. Итак, морошка – это многолетнее травянистое растение из семейства розовое. Растение совсем невысокое, высота его, как правило, не превышает 30 см. Стебли прямостоящие, с двумя-тремя листьями. Листья пятилопастные, округло-почковидные, такие вот морщинистые и по краям городчатые. Цветки одиночные, белого цвета, цветет морошка с мая по июль. Ягоды морошки довольно крупные, в диаметре около 15 мм, напоминают чем-то малину, но имеют свой своеобразный запах и вкус. Незрелые ягоды имеют желто-красный цвет, спелые ягоды приобретают оранжевый цвет и такую интересную прозрачность. Отсюда растение получило одно из своих названий – болотный янтарь. Ягоды у морошки созревают примерно в середине июля. Растет морошка в северном полушарии планеты. На территории России встречается в средней полосе европейской части. Также довольно много морошки растет в Сибири и на Дальнем Востоке. Также распространена в Белоруссии. Найти морошку можно на торфяных болотах и в заболоченных лесах. Давайте посмотрим, какие есть еще названия этого растения. Также морошку называют вахлачка, глазневик, малинник желтый, маховая смородина, болотный янтарь, как я уже говорил, глашина и северный апельсин. Перейдем к химическому составу. Посмотрим, какие вещества содержатся в этой ягоде. Итак, содержится в морошке витамин С, который, кстати, в 4 раза больше, чем в апельсине. Витамин А, которого больше, чем в моркови, и витамины группы В, среди которых витамин В3, никотиновая кислота, то есть и прочие. Также содержатся органические кислоты, такие как яблочная и лимонная, клетчатка, сахара и белки. Все это в ягодах содержится. Также пектины, дубильные вещества в корнях, антоцианы и минералы, такие как калий, калия особенно много, фосфор, железо и кобальт. Перейдем, собственно, к применению в медицине. В лечебных целях используют ягоды, листья и корни морошки. Но корни используются довольно редко. Значит, ягоды применяют при авитаминозе, цинге и для восстановления сил, особенно после заболевания перенесенных, да? Листья используют при внутренних кровотечениях, при диарее, как мочегонное средство при водянке и подагре. И помогают они восстановить правильный обмен веществ. Кстати, ягоды морошки, так же как и листья, тоже обладают мочегонным эффектом. Вообще все части морошки обладают мочегонным эффектом. Корни используют при почечной каменной болезни, а также помогают они в лечении простуды и малярии. Так, противопоказания. Есть у морошки также и противопоказания. К ним относятся язва желудка и 12-перстной кишки и гастрит с повышенной кислотностью. Напоследок немного расскажу о заготовке. Как я уже говорил, используют практически все части растения в лечебных целях, ну кроме стеблей. Листья собирают в мае-июне, сушат их в тени и хранят не более одного года. Ягоды собирают в июле. Из ягод, кстати, делают варенье, джемы различные. Но если хотите сохранить витамины и все полезные вещества, то, конечно же, лучше всего замораживать ягоды морошки. Вот. Ну и корни собирают уже глубокой осенью. На этом все. Спасибо всем за внимание. Будьте здоровы. Всем пока.